Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Фредерик Ричард Пикерсгилл, английский художник и иллюстратор книг. Родился 25 сентября 1820 года. Был сыном художника Ричарда Пикерсгилла и племянником известного портретиста Генри Уильяма Пикерсгилла. В 1840 году был принят в училище при Королевской академии художеств. Иллюстратор произведений Шекспира, Джона Мильтона, Эдгара Аллана По. Регулярно выставлялся в Королевской академии художеств в период с 1839 по 1875 год. Данных очень немного, данные из переводной Википедии. В 1847 году его картина «Похороны Гарольда» украсили одно из помещений британского парламента в Вестминстерском дворце. Также он написал несколько пейзажей, в которых чувствуется влияние прерафаэлизма. В 1856 году Пикерсгилл был сфотографирован Робертом Хоулетом для серии портретов художников. Был избран ассоциированным членом Королевской академии художеств. В 1847 году стал академиком в июне 1857. Вышел на пенсию в 1888 году. Умер 20 декабря 1900 года в возрасте 80 лет, на острове Уайт, Англия. Ну вот так немного о английском художнике и иллюстраторе книг Фредерик Ричард Пикерсгилл. Пока-пока, до свидания.